Без малого 5 миллионов рублей задолжала своим сотрудникам одна из строительных компаний в Химках. Правоохранители вышли на недобросовестного работодателя после проверки налоговых отчислений компании. Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Висмут» имеет задолженность по выплате заработной платы 22 работникам, и общая сумма невыплаты составляет 4 миллиона 700 тысяч рублей. Данный факт был установлен городской прокуратурой. В адрес организации 15 октября 2019 года было внесено представление. В последующем юридическое лицо привлекалось к административной ответственности. И, кроме того, мировым судьей 263-го судебного участка было вынесено 22 судебных приказа по заявлению прокурора о взыскании задолженности по заработной плате. На сегодняшний день работодатель полностью расплатился со своими подчиненными.